что же такое чистая энергия от Yamaha. Зайти в салон, показать. Ну, как-то интересно. Устроить фуршет, банкет тоже неплохо. Но автопункт, официальный дилер Yamaha в городе Магнитогорске, предложил нам, ну, скажем так, получить заряд адреналина с порцией кислорода. И для этого мы поехали на озеро Банное, чтобы показать пишущие братья и снимающие, как Yamaha умеет ездить. Ну так вот, сначала было слово. Журналисты – братья слушающие, поэтому внимали, так сказать, как этой чудо-техникой управлять. Справедливости заметим, никто из присутствующих ранее на квадриках не ездил, за исключением того, кто читает этот текст. Квадроциклы постепенно набирают все большую популярность, да и понятно. С нашими просторами, пересеченной местностью, без него как без ног. Естественно, навыки развиваются не сразу. И, к примеру, через час упражнений, в принципе, можно было бы приступить к покатушкам. И 5 баллов организаторам покатушки удались на славу. Кое-кто из присутствующих, слава богу, туда, куда нас отправили, сусанины на квадриках не поехали и правильно сделали. Сюда надо ехать, имея недюжие навыки, ну чтобы было понятно. Здесь на высоте 400 метров плюсом нога человеческая то и ступала, но не толпой однозначно. От места обучения до сюда километров 20, так что если пешком обратно, то часов 5 как минимум. С квадроциклами Yamaha природа становится как-то ближе, что ли, точнее доступнее. Ты реально понимаешь, что заехать можно в любые места и увидеть в раз столько мест, ранее невиданных годами. Кстати, абсолютно не обязательно покупать прицеп и ставить фаркоп. До этих мест или аналогичных от Магнитогорска по прямой аквадрику. Все дороги прямые, ехать ну минут 20 от силы. Квадроциклы Yamaha то дороги и не выбирают, им пространство нужны. Из собственного опыта добавлю, квадрик остановить может только пропасть или дерево. И то и другое объехать можно легко. А камень с телячью голову подвеска Yamaha глотается запросто. Это не мотоцикл о двух колесах. Кстати, совет, чтобы не попасть на транспортный налог. Ставят квадроцикл на учет только те, кто перевозит его на прицепе. И если честно, квадрик с мигалками я еще в природе не встречал. Поэтому намек понятен. Ну а побывав на вершине, мы отправились в обратный путь. И наглотавшись адреналина, кислорода и в моем случае пыли, поблагодарим салон Yamaha за исключительно качественную организованную школу вождения одноименных квадроциклов. Кстати, о вещах приятных и в скором времени востребованных. О снегоходах. Есть новинки, есть снегоходы и за 3 миллиона рублей новые. Но есть и более бюджетные варианты. Есть и распродажи экипировки, есть и подарки. Как то навороченная видеокамера для съемок экстремального кино. Да и что порадовало во время депрессии, лучшие положительные впечатления – это не автомобиль, заложник пробок, а спортивный зверь, любитель стихии, имя которому – Yamaha.